Ежедневно десятки белорусов погибают от употребления некачественного алкоголя. Не меньше каждый день ставят на учет и к врачам-наркологам. Сгорают на пожарах в стране тысячи нетрезвых жителей в год. Столько же находящихся в состоянии опьянения становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. Пациентов наркологического диспансера и тех, кто уже в группе риска, эти цифры впечатлили. Как и кадры поучительного фильма. Показ кино – одна из форм профилактической работы с теми, для кого обычные слова уже не действенны. Мероприятие прошло в рамках акции Брестского УВД. ...537 человек уже получили официальные предупреждения. Следующий этап – постановка на профилактический учет. На сегодня в таком списке уже 29 лиц, чье поведение называют асоциальным. Один из них – пенчанин, который представился Александром. Официально нигде не работает и пьет. Его уже не раз задерживали милиционеры в нетрезвом виде. И таких нарушителей среди приглашенных на наркологический диспансер на беседу большинство. Правда, немногим воспитательные мероприятия идут все-таки на пользу, и они становятся на путь исправления. Этот фильм покажут еще и в других учреждениях для профилактики. Такие встречи проведут по инициативе Брестского УВД. Сейчас в регионе проходит комплекс тематических мероприятий, но о его результатах говорить пока еще рано.